1 сентября обновленная Айхальская школа номер 5 распахнет свои двери после капитального ремонта. 65 миллионов рублей на ремонт здания учебного заведения выделили из районного бюджета. К работам приступили еще в мае. Ее результаты лично оценил глава района Ришат Юзмухаметов. На днях он посетил Айхал с рабочим визитом. В здании сегодня трудятся строители красноярской фирмы. Главе района показали бассейн и пищеблок. Сейчас здесь самый разгар работ. Сегодня мы прошлись по школе, значительный объем работ уже выполнен, впереди еще целый месяц. Но и в принципе и у руководства школы, и у подрядчиков как бы больших опасений нет. Все работы должны быть выполнены к первому концу августа, 25 августа этого года. Если говорить по школе, то здесь мы полностью меняем всю электропроводку, все электрохозяйство, отопление первого этажа, значит, восстановлена система отопления первых этажей. Ну и небольшой косметический ремонт также у нас будет сделан. Ну, значительный объем работ в этом году. Школа будет открыта. Единственное, у нас в связи с тем, что здесь всегда традиционно в школе номер 5 были два избирательных участка, мы их задействовали как резервные. Скорее всего, один будет из 23-й школы, один в Доме культуры «Северное сияние». Потому что сдача избирательных участков, она должна произойти до 25 августа, так как участковые избирательные комиссии уже за две недели приступают к работе на месте. Посетил Ришат Юзмухаметов и здание, где будет располагаться айхальский филиал МРТК. Здесь также вовсю идет ремонт. Стоимость проекта 72 миллиона рублей. Здесь работают уже строители из Якутска. Главе района показали просторные мастерские и учебные аудитории. Здесь обещают утеплить и обновить фасад здания, провести электричество и коммуникации, а также установить оборудование в мастерских. Переехать студенты и педагоги в новое здание планируют в октябре. Позже в местной администрации Ришат Юзмухаметов на совещании с руководителями бюджетных предприятий обсудил исполнение инвестиционной программы. Главной стала тема благоустройства поселка.